Приветствую вас, и о чем вы пишете, отвечая на ваш вопрос, первый, что это, можно сказать так, что у вас есть внутреннее тепло, внутренняя любовь, потенциал любви, скажем так. Есть некоторая позитивная энергия, есть женственность, нежность, чувственность, которой вы готовы дать другому человеку, если он на вас обратит внимание. Вы нуждаетесь в том, чтобы дать это чувство, чтобы реализовать эти ощущения. Вы в этом нуждаетесь. Именно поэтому вы унижались, именно поэтому вы стремились, к тому, чтобы вот на вас обратили внимание. И причина в таком вот не в такой неоцененности вас заключается в том, что вы недостаточно в себе уверены. Вы недостаточно сильно себя любите, потому что, видимо, к вам очень строго относилась ваша мама. И эта недолюбленность не привила вам достаточное количество самоуважения, достаточное количество наших достоинств. И вы считаете себя хуже других. Из-за этого вы унижались, и из-за этого сейчас вы стремитесь к тому, чтобы найти таких же людей, как вы. То есть, как бы вот найти некого товарища по несчастью или подругу по несчастью, с которым или с которой вы могли бы разделить свои тяготы. На деле, отвечая на ваш второй вопрос, как сделать так, чтобы вам полегчало, на деле необходимо учиться себя любить. Для этого нужны две вещи. Первое, проработать отношения с мамой. Понять, с учетом вашего имеющегося жизненного опыта, с учетом вашего настоящего личностного развития, то есть того, которое есть на данный момент, проанализировать поведение вашей мамы и понять, почему она вела себя с вами именно так, а не иначе. Что толкало ее на это поведение? Чем она жила? Каковы были ее переживания? Что она чувствовала? То есть, по сути, лучше понять вашу маму не как родителя, в качестве которого вы преимущественно ее видели, а как личность, как отдельного человека, как индивидуальность, для того, чтобы более плотно понимать причины, заставившие ее поступать по отношению к вам таким, а не другим способом. Это очень важно. Второй момент. Это реализация себя не в отношениях. То есть в тех сферах, не касающихся личного, не касающихся интимных взаимоотношений. Это профессиональная сфера, это социальные сферы. То есть так, чтобы вы ставили себе задачи, осуществляли их, выполняли их, и получали бы веру в себя, чувствовали бы, что ваша самооценка растет, понимали, что вы значите, и тем самым развивали бы в себе чувство достоинства, любовь к себе, уважение к себе. Это очень важно для того, чтобы в отношениях быть как равноправным, независимым партнером.
Дальше. О чем нужно сказать еще? Вы находитесь сейчас на распутье, вы пишете, что, значит, что вы можете дать человеку на самом деле. Вот вы находитесь сейчас на распутье, потому что вы чувствуете, что у вас ничего не получилось, так как вы хотели. И вы сейчас не знаете, что вам делать. Тому вы, собственно, и спрашиваете, что вы можете дать человеку. Вы хотите, чтобы вас вернули на какой-то путь, то есть наставили вас. Отвечая на ваш вопрос, что вы можете дать человеку, можно сказать так, что на него, на этот вопрос, вам желательно бы ответить по-настоящему, потому что тот, кто назовете вы, будет наиболее верным, наиболее правильным, и это будет истинно ваш. Но раз вы спрашиваете нас, то, думаю, вы дадите человеку ласку, заботу, тепло, преданность, любовь, нежность, самоотверженность, чувственность. А это вытекает из вашего письма, подобных характеристик. Она как бы раскрывает себя через строки вашего письма. И все, что вам нужно, чтобы реализовать это, во-первых, учиться позиционировать себя как человека ничем не хуже других. Во-вторых, не стремиться закрываться от других, то есть не вести себя как полная противоположность тому, что вы чувствуете, потому что люди, которых предавали, часто ведут себя именно так. Это они начинают, наоборот, постоянно в защитной реакции находиться. Это очень плохо в данном случае. И четко осознавать, что вы хотите. Говоря о том, что вы хотите, нужно отдельно сказать, что очень важно, какие у вас ценности. Что для вас хорошо, что для вас плохо, что для вас ценно, что для вас не ценно. Чему вы уделяете внимание и значение, чему нет. На все эти вопросы нужно ответить, чтобы произошла самоидентификация вас как личности. Чтобы вы понимали, кто вы и куда идете. И вот поняв все это, осознав, научившись себя любить, уважать, ценить, вы не согласитесь никогда на меньшее, чем взаимная любовь к вам или, как минимум, уважение для вас по отношению к вам. Но пока вы будете позиционировать себя как человека ниже, чем другие, к вам будет относиться именно так, потому что мало людей сегодня, безусловно, увидят внутренний мир другого человека и захотят этот внутренний мир беречь. Мужчины – существа такие, что если им дать волю, если дать им почувствовать преданность, они не будут добиваться, они будут пользоваться и так далее. И это нужно понимать. Соответственно, вам, ко всему прочему, еще желательно пересмотреть себя, свое положение, свою позицию как женщина. Учиться правильно вести себя с мужчинами. Для этого нужно быть загадкой, для этого нужно быть таинственным.
Никогда не говорите мужчине, что вы полностью принадлежите ему, что их признаваться в любви безусловно нужно, дарить ему ласку и любовь тоже нужно, но полностью признаваться в том, что вы вот целиком зависите от него нельзя. Потому что мужчина поймет, что вас завоевал и, возможно, начнет вами манипулировать, возможно, начнет вас использовать, унижать и так далее. Чтобы этого не было, необходимо вести себя именно так. Это будет всегда подталкивать мужчину к тому, чтобы вести себя с вами по-мужски, уважительно завоевывать вас, прислушиваться к вашим желаниям и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.